Ставим на моторе 100 Гц. Это значит с передаточным ремнем это получается на шпинделе тоже 1500 оборотов примерно. В работе у нас китайские весы, китайский резец проходной с насадочкой, с пластинкой. Что за пластинка, не знаю, просто пробую. Даю десятку на радиус. Пластинка терпит. Рисунок я бы не сказал, что хороший. Либо вибрация, либо меня бьет, потому что вот кинул назад, она еще тянется по ней. Прохожу, не меняя положение, еще раз. И она все равно цепляет вперед и цепляет назад. Нет, назад не цепляет. Даю на диаметр 1/10. Зачистка, типа зачистки. Ну, руками зачистку протянуть очень сложно ровно. Нечистовая, конечно, получается поверхность. Но, учитывая, что мы вообще не знаем, что точим и чем точим, то, наверное, около хорошего. Сейчас попробую еще раз на оборотах где-то 75 Гц частотой. Частота оборотов шпинеля 1000. Касание 0 на лимбе и делаем 30 соток на радиус. Вот идет 3 десятки на радиус. Идет, честно говоря, вполне проходимо. Добавляем 2 десятки на радиус, идем в обратку. Конечно, вручную тянуть такие длинные хвосты тяжело ровно. И плюс еще видно, что немного отжимает. Вот сейчас я пойду передним ходом, и будет видно, как он опять снимает стружку. Снимаем стружку прохода.